Так, надо гоблина поставить сначала сюда, на платформу, чтобы он зашел. Вот он зашел. Это я. Сейчас я попытаюсь его поднять. Вот я поднял гоблина. Ну, друзья, надо было вот сюда вот спуститься, когда гоблин стоял передо мной, и он назад автоматически отходит, и дверь открывается. Так что такой вот здесь забавный способ. Ну, я его разгадал и иду дальше. Моя неуязвимость позволяет мне гулять по шипам. Это просто отлично. Вы представляете, как без читов здесь? А бочку, вы знаете, мне кажется, надо... Здесь вообще сложно, знаете, что бочку надо запихнуть вот на этот вот летающий. Вот так вот, да? Летающий, как это можно назвать? Педаль, панель, хрен не знает, что это летает. Мост летающий. Подсказываем, как это назвать. Вот, и снова я это сделал. Теперь надо очень осторожно дождаться момента и подкатить бочку к двери. Но есть проблема. А, не, проблемы нет, все. Нормально, достало взрывной волной. Интересно как. Здесь, походу, надо включить все фонари. А, смотрите, фонари... Когда по ним бьешь, они загораются, и это управление. То есть это получается вверх-вниз, влево-вправо, я так думаю. Смотри, сейчас вверх должна пойти плитка. Да, да. Так, а мне надо, чтобы она... Мне надо вообще-то, чтобы она еще и опустилась. Или мне надо, чтобы она сбила сундук. То есть мне надо ударить вот сюда, а потом сразу ударить вниз. Ну, может, на этот раз... В общем, прыгал-прыгал я на этот фонарь и, наконец, смог сбить сундук. Он же двигается. И вот ради, не хочу выражаться, хреновой ячейки здоровья. Вот такое слово я нашел более мягкое. Я тут минут 10 пытался этот сундук как-то сбить. Ну, ладно, идем дальше. Вверху вот такая вот небольшая комната.